Всем привет! Ну что, закончила я сэмплер. Сейчас сниму его со станочка, расскажу вам подробности. Вышивала на станке, на диванный станочек. Ткань у меня, как видите, с запасом. Сейчас сниму, обрежу лишнюю ткань. Специально брала большой кусок для того, чтобы вышивать без разметки. Без разметки я часто ошибаюсь. И чтобы не промахнуться, взяла большой кусок. Ну, в общем, сейчас все по порядку и поподробнее вам расскажу. Этот сэмплер я вышивала по авторской схеме Анны Кир. Кто смотрел мою трансляцию, где я показывала покупки, как раз там показывала вот этот сэмплер. А для меня это был первый опыт вышивки рококо. Вот такие шовчики интересные идут в прикреп. Сложно было сделать их все одинаковыми, но я старалась. Не всегда это хорошо получалось. Шовчики, особенно вот рококо, нитка очень сильно путалась, но мне было тяжело. У Анны Кир есть свой канал на YouTube, называется «Вышивалочка». И там можно посмотреть подробно, как выполняются все эти шовчики. А вот такой вот должен был получиться сэмплер. Как видите, здесь он ярче, потому что основа у автора по ключу другая. Девочки на формуле рукоделия видели вот этот вот сэмплер. Говорят, что на яркой основе он смотрится гораздо лучше. Ну, я с этим полностью согласна. Но такого же цвета не нашлось в 27-28 каунте. Здесь автор нам рекомендует взять основу. Вот у меня карта, живая карта. Вот такая основа Belfast 6121. Она нежная, светло-зеленая. Но такой зеленый, достаточно насыщенный цвет. Я искала более приближенный цвет в 27-28 каунте. Единственное, что я нашла, это была... Так, сейчас покажу, там это Лугана была. Вот, это была Линда. Вот такая 27-я Линда. 61-22, но она ярче. В общем, если вы хотите менять основу, но хотите взять основу ярче, то вот такую 61-22, такая основа вам очень подойдет. Я взяла Леон, Леон Кэшел. Сейчас покажу вам. Я взяла Леон Кэшел 61-25, вот такого цвета. Она более бледнее, но мне понравилось. Мне понравился этот цвет. Я так подумала, что яркий цвет основы будет съедать сам рисунок и сами ниточки, потому что вот та линда, она ярче, чем основа, которая автором заявлена, а вот это бледнее. Ну, в общем, в принципе, по своему вкусу вы можете выбирать. Кому-то нравится поярче, кому-то нравится побледнее. Ну, вот девочки, кто видел вживую этот сэмплер, говорят, что он обалденно смотрится на яркой основе. Но вот точно такую же основу 27-28 каунта вы не найдете. Ее нет. В 32-го каунта выбор больше оттенков, поэтому выбрать легче. Но 32-я основа, она соответствует 16-му каунту канвы. Мне мелковато. То есть на канве 16-го каунта я нормально вышиваю. А вот на равномерке 32-го каунта мне сложнее вышивать. Поэтому для меня только подходит Линда, Британи, Кэшел. Вот 27-й, 28-й каунт, что соответствует 14-му каунту канвы. Давайте померим. Получается у нас 13,5. Так, и вместе с капелькой. Так, 27,5. Ну, не намного больше. Хотя, смотрите, в ширину не намного больше, а в длину больше. Здесь написано в длину 23, а мы здесь с вами видим 27,5. Здесь получается на 5 сантиметров
А вот в ширину 13,5, а здесь 12,5. Ну, возможно, здесь ошибка, здесь не 23,5, а 25,5, я думаю так. Потому что это ткань равномерного переплетения, вот лен. И, в принципе, не думаю, что такая разница может быть, потому что крестики довольно-таки ровные. Я бы не сказала, что лен сильно вытянулся. Но это, в принципе, не так важно. Почему я вам говорю такие подробности, чтобы вы основу смогли подобрать. Но, смотрите, Анна Кира, она вам может скомплектовать наборчик. Я покупала набором. Покупала набором и потом заменила основу. Но можно купить только схемку. Схемку, и к схемке идут вот такие вот капельки. Вот эти вот капельки. Вот они идут к схеме. Кто на формуле рукоделия покупал схемы, вот у меня девочки, которые в Москве живут, на формуле рукоделия покупали схему на прошлой формуле. И там вот идет схемка напечатанная, и вот эти капельки. А так по ключу нитки и бисер можно потом купить. Также основу тоже. Ну, в общем, основу я взяла большую. Кстати, вот хорошо, что я основу взяла больше. Так, основа у меня 50 на 34. Вот, 50 на 34. Хорошо, что взяла побольше. Сейчас лишнее буду обрезать. Оставлю внизу и с боков побольше, потому что автор рекомендует оставлять вот здесь вот воздух, как паспарту, чтобы работа сильно зажата не была. Раму не знаю, какую буду выбирать. Оформлять буду обязательно, потому что бусинки, бисер, вот эти вот шовчики, рококо, это все запылится. А я хочу, чтобы это все вот в таком первозданном виде сохранилось. Поэтому вышивала очень быстро. На вышивку этой работы у меня ушло 5 дней. Вот. В принципе, это рекордные сроки для меня. Но было свободное время, я вышивала. И почему еще торопилась? Потому что если моя работа натянута на станке, то я стараюсь быстро ее вышить, чтобы она не пылилась, чтобы шерсть от кошечек, от собачек не попадала. Потому что стирать уже эту работу, понятно, что я не буду вот из-за этих вот шовчиков. Девочки, вот такие шовчики рококо стирал, напишите, пожалуйста, как они себя ведут после глажки. Ну, во-первых, это лен у меня. Ну, у производителя тоже заявлено, в принципе, Белфаст тоже лен. А вот льны очень плохо отглаживаются, поэтому если постирать, потом нужно отпаривать. Но как вот это все отпаривать, я не знаю. Хорошо, что у меня она такая прям вся получилась незапятнанная. Я рада. Быстрее-быстрее отнесу ее на оформление. Ну, в общем, вот они, шовчики рококо. Начала я вот отсюда. Вот эти вот желтые цветочки в прикреп, которые шли, не очень как-то у меня получились. А вот с этой стороны уже отлично получились. Но с этой стороны я распарывать не стала. Думаю, ладно. Цветочки в природе не всегда идеальные, могут быть разные. Вот эти вот розочки, у автора серединка должна быть зеленая. Наверное, там не розочки, а как ранункулюс, наверное, похоже на такой цветок. Вот. Но мне понравилось в одном цвете, там пример был. А, кстати, в схеме напечатано пошагово, как вышивать. И там был пример, что-то мне вот понравились вот такие однотонно розовые, я их сделала розовые, не стала серединку делать зеленую. Ну, в общем, вот так вот получилось. Здесь, конечно, где сирень, я больше навертела почему-то. Но там рисунок произвольно вышивается, то есть рисуется и потом произвольно заполняется. Поэтому один в один, как у автора, вряд ли у вас получится. Если только опыт у вас есть. У меня все-таки чуть-чуть есть отступление от схемы. Но, в принципе, все, что получилось, мне нравится. Я вот здесь добавила белых фрузелков. А я их сделала чуть больше, чем указано было в схеме, для того, чтобы заполнить пустоты. И еще в комплекте вот такая вот хрустальная розовая бабочка. А вот здесь мы видим наверху тоже шовчики. Вот тоже шовчики.
Поближе можете на макросъемке посмотреть мои крестики. Раньше, когда я вышивала на тонком льне, у меня были перетянуты крестики, были большие дырки. Но сейчас я более-менее приспособилась. Вот так у меня получилось. Ну, в общем, в рекордные сроки работа завершилась. Сейчас еще поближе вам покажу капельки, бисеринки. Я вот не знаю, когда будут оформлять. Вот эта вот капелька, видите, поднимается. Нужно, чтобы она была расправленная. Как-то надо мастеру сказать или сам это увидит. Хотя у нас принимают девочки, приемщицы, а оформляет потом мастер. В принципе, мастер всегда хорошо делал. Вот не знаю, как в этот раз вот с этими вот капельками. Когда начинаешь крутить работу, эти капельки немножечко как-то они поднимаются. Хотя я их довольно-таки слабенько пришивала. В общем, вот так вот получилось. Я очень довольна этой работой. Все мне нравится. Вот. Но если что-то непонятно, можете написать Анне. Есть у нее группа ВКонтакте Анна Кир. Там можно посмотреть все ее дизайны. Этих сэмплеров у нее 4 времена года. Ну, вот из времен года я захотела один сэмплер. Ну, может быть, попозже еще какой-нибудь другой вышью. Вот, посмотрим, видно будет. Ну, в общем, вот так быстренько, быстро у меня вышилась вот эта вот работа. Причем внепланово я ее увидела, сразу захотела, купила и быстро вышила. У меня так редко бывает, потому что что куплю, у меня идет это в долгий ящик, в очереди лежит. Ну, а эту работу решила быстро вышить. Но она, в принципе, размером не очень большая. И мне хотелось попробовать шовчики рококо. Вы мне часто писали, чтобы я что-то новое интересное показала. Ну вот, в принципе, такая новая техника. В трансляции девочки просили, чтобы я показала мастер-класс, как я это делаю. Ну, я это делала первый раз. Несмотря на то, что вроде у меня получилось, но можно было бы и лучше. На канале вышивалочка у автора вы можете посмотреть, как выполняются вот эти вот шовчики. Может быть, когда-нибудь я тоже сниму вот такое видео. Но, вы знаете, если честно, в ближайшее время не хочется мне повторять вот эти вот шовчики рококо. Мне было их вышивать сложно. У меня постоянно запутывалась нитка. Я постоянно нервничала, поскольку лен тонкий, я боялась, что придется что-то распарывать. Хорошо, что распарывать не пришлось, потому что если чуть перетянешь нитку, как я уже говорила, появляются дырочки. Ну и вот с этими вот шовчиками в прикреп, как я уже говорила, они у меня перетягиваются. Но я уже поняла, почему перетягиваются. Потому что когда я вот здесь вот сверху закрепляю нить, я ее вывожу в ту же дырочку. То есть вот вывела нитку, закрепляю и в ту же дырочку вывожу. Нет, нужно через одно переплетение. Тогда вот этот сам шовчик на обратную сторону туда не проскакивает. Я не сразу сообразила, что к чему. И у меня вот постоянно этот шовчик туда в обратную сторону проскакивал. Вот, обратную сторону показывать не буду, поскольку вот здесь нитка путалась, где крестики у меня все ровно идеально, а вот где шовчики, особенно вот этот рисунок, там, конечно же, тьму таракань получилось. Но не важно, не важно, главное, чтобы там было все ровно для оформления. Ну вот, забрала я сэмплер из багетной мастерской, вот что, девочки, у меня получилось. Вот такие две картины я вышила в сентябре. Как-то так неожиданно для себя вышила очень быстро. Давно собиралась попробовать вышивать шовчики рококо, потому что в основном я вышивала крестом. Думала, не получится у меня с первого раза, но все прекрасно получилось. Поближе покажу вам багет, потому что саму вышивку вы уже видели в начале ролика. Оформила я под музейное стекло. Бисер я решила оформлять под музейное стекло. Смотрится очень красиво. Ну и опять же
ажурная рама. Так мне нравятся ажурные рамы, но раньше они мне никуда не подходили, а вот под эту работу, я думаю, прекрасно подошла ажурная рама. Единственное, что я здесь накосячила, это вот эти бусины внизу. Я их довольно-таки плотно пришила, поскольку они пришиваются только с верхнего края. Они у меня получились так немножечко оттопырены. Нужно было их свободно пришить, чтобы они болтались. Но я почему-то подумала, что вдруг они будут провисать, а это будет некрасиво, и пришила их плотно. Но совершенно не подумала, что при натяжке вот так они немножечко будут торчать. Протяжки я не делала, с обратной стороны нет таких длинных протяжек. Закрепляла отдельно, но все равно вот так вот немножечко накосячила. Но, в принципе, это не критично, это не страшно. Может быть, даже если бы я не сказала, не все заметили. Ну, в общем, это вот такой вот небольшой дефект. Вот они, мои две ажурные рамы. Вот так вот выглядят. Несмотря на то, что вышивала очень быстро, получилось все довольно-таки аккуратно с первого раза. Конечно, очень боялась перетянуть вот эти вот шовчики рококо. Нитка путалась, было очень сложно. Но поскольку вышивала я на равномерке, очень боялась порвать. Нужно было вышивать с первого раза все аккуратно, чтобы не распускать. Вот эти розочки также я крутила первый раз. Все хорошо получилось, только единственное, у автора серединки были зеленые, а я сделала полностью розовые. То есть в схеме там был пример вот с такими розовыми цветочками, и я решила их сделать однотонно розовые, не стала серединочки делать зелененькие. Но это уже я на свой вкус немножечко исправила схему. Сейчас вот вы видите на макросъемке, они очень крупные, на самом деле они мелкие. Смотрится миниатюрно, но, естественно, на макросъемке они выглядят круто. Ну и давайте еще раз полюбуемся на эти обе работы. Пока они у меня не развешаны, мы еще не переехали. Как переедем, все эти работы будут висеть на стене. Пока еще я на них любуюсь, все остальные работы у меня спрятаны в коробках, а эти стоят на кухне во время трансляции на канале «Жили-были». Все могут наблюдать эти работы за моей спиной. Работа, которая справа, это копия набора Dimensions. Сейчас планируется перевыпуск этого набора. Когда я вышивала его подбором, перевыпуска еще не было, и купить этот набор было невозможно, только с рук, очень дорого. Ну, а вот эту схемку, которая слева, это авторская схема, еще раз напомню, Анны Кир. Есть у нее группа ВКонтакте, где можно приобрести схему или полностью набор. Ссылочку оставлю в описании. Если вам нравятся мои видео, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.